Привет, друзья! В наше время технологии неумолимо движутся вперед, и салют, к которому мы так привыкли на Новый год и прочие торжества, постепенно начинает вытеснять новые световые шоу дронов. Пока развитие технологий световых шоу дронов сдерживает цена. В среднем они стоят 500 тысяч рублей. Но, несомненно, за этой технологией будущее. С помощью дронов можно создавать невероятные по красоте световые шоу. Дроны способны формировать в воздухе любые геометрические фигуры и делать их буквально живыми. Посмотрите, насколько завораживающе красиво выглядят эти трехмерные композиции в ночном небе. Коптеры используют технологию GPS-RTK. Благодаря ей можно достичь очень точного позиционирования дрона в пространстве, буквально до нескольких сантиметров. Для усиления зрелищности коптеры, помимо светодиодов, могут оснащать и установками для запуска салютов. Этим визуальные эффекты от шоу значительно усиливаются. Первые шоу использовали для управления дронами радиоканал, но с ростом количества дронов росла вероятность каких-либо сбоев. Теперь перед шоу в дроны загружают индивидуальные программы. Благодаря им удается достичь такой синхронности действий и минимизировать ошибки. С развитием программного обеспечения количество дронов, участвующих в шоу, будет расти. Сейчас рекорд 2198 одновременно используемых дронов в шоу. Установила его компания Geoxan из Санкт-Петербурга. Обычно шоу длятся 5-10 минут. Зона видимости световых эффектов коптеров 3 километра. С развитием технологий эти параметры будут расти. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.